Укарис, что означает «грязный краб». Это ракообразное с острого черепа. Импурукарис был небольшим крабом-падальщиком, последняя пара конечностей которого была преобразована в своего рода весла, давая хозяину способность проплывать определенное расстояние в поисках пищи или места для откладки яиц. Рыба-разбойник или инфусуфурцифус, что означает «плавающий в темноте невидимый изгой». Это рыба из водных путей острого черепа. Несмотря на светлый окрас тела, может быстро поменять камуфляж, что позволяет этой рыбе защищаться от большинства хищников. Инкултулепас, что означает «отвратительный банный лист». Здоровенная и отвратительная улитка, питающаяся падалью. Она выделяла слюну, которая размягчала кости и позволяла улитке ее поглотить. По размерам она почти в два раза превышала виноградную улитку, и благодаря своей слюне даже на долго залежавшемся трупе могла найти себе чем поживиться. Колючая рыба или ихтиспинеус, что означает быстрая шипастая рыба. Это рыба, родиной которой являются водные пути острого черепа. Похоже по внешнему виду и поведению на современных сарган. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании.